Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе» ежегодно собирает в Нижнем Новгороде талантливых ребят из разных уголков страны и из-за рубежа. Саров представляла ученица детской школы искусств Василина Афонина. В номинации «Эстрадная песня на иностранном языке» она стала лауреатом первой степени. Конкурс проходил в городе Нижний Новгород, он был очный, и после такого долгого периода мне как раз захотелось поехать на очный конкурс, почувствовать эту сцену, выйти на нее, поделиться эмоциями с зрителями. Помимо вокала, девушка активно занимается английским языком, поэтому для конкурса она выбрала англоязычную композицию «One Night Only» Дженнифер Хадсон. А выбрала именно эту песню, потому что в ней я могу показать весь свой голос, спектр, так сказать, голоса. Преподаватель Анжелика Ермакова отмечает уникальные вокальные данные ученицы. Для Василины это повод двигаться вперед и развивать свои возможности. Ну, во-первых, я всегда внимательно слушаю именно критику жюри. Для меня это очень важно, потому что все люди разные и у всех разное мнение. Я как-то самосовершенствуюсь. В творческих планах вокалистки – покорение фестивалей Москвы и зарубежья. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.